Но вот террорист попадает по вот этим битам в границу. Причем биты можно посчитать как на атом, так и на элементарную ячейку. А вот террорист попадает, соответственно, не в сверхсложные, но в суперсложные системы. Вот. А есть, соответственно, такой слайд. Он может быть не очень политкорректный, но прошу прощения. Вот какой минерал структурно самый сложный, да? Четыре минерала, которые, наверное, вы ни одного из них не знаете. Борисонит, юнгит, лимоникит, полингит. Не знаете же ни одного? Вот это четыре самых сложных минерала на Земле. То есть это самый сверхсложный минерал. Вот, поэтому вопрос, да, какой минерал самый сложный, очень сложный. Но на самом деле ответ есть. Это юнгит. Юнгит самый сложный на сегодняшний день минерал с точки зрения структуры. Это вот количество его битов на ячейку оценивается, 20-30 тысяч. Это еще, по-моему, без коррекции атомов водорода, потому что атом водорода тяжело учесть в таких соединениях. Это минерал, это уранокарбонат, уранинокарбонат водный. Это вторичный минерал, соответственно, вот желтенький, который образуется на стенках, которые нашли, точнее, не образуются, я не знаю где, нашли на стенках шахт, урановых шахт, соответственно, которые заброшены. В городе Ехимов, это Чехия, там добывали, соответственно, во время Второй мировой войны сначала добывали немцы сначала уран, Чехии, да, в Чехии, а потом, соответственно, советская власть там добывала уран. И, собственно, первый наш уран, он оттуда, чешский, пока не было других месторождений открытых. Вот, и понятно, потом эти там такие здоровые туннели, шахты, выработки, их законсервировали, закрыли. Сейчас там только действуют целебные эти, санатории с точки зрения радоновых ванн лечения. Вот. А шахты все законсервированы и входы все взорваны, ну, соответственно, чтобы там. Но все равно, как вы понимаете, да, минералы откуда-то берутся. То есть люди туда все равно проникали. И вот по шахтам там трещины, соответственно, возникает влажность, и вот образуется много фаз уранов, которые, соответственно. Вот одна из них, юнгит, является самой сложной. Второй самый сложный является на втором месте марисонит с большим отрывом, видите. Это такой кластерный минерал, то есть кластер содержит кластер ванадия мышьяка, образуют такие полиэдер ванадия мышьяка, образуют такие вот кластеры, и вот эти кластеры уже образуют кристаллическую структуру. Третий самый сложный, четвертый до недавнего времени, третий. Сейчас уже четвертый, самый сложный. Это, если эти считаются как бы два минерала, такие кластерные, то есть они образуют некие кластеры. Да, здесь это урановые, соответственно, полиэдры, а черненькие это карбонатные группы. То это такой трум, что называется, каркасный минерал, это циолит. Да, то есть у него это реальный каркас. Паулингит кальциевый. Ну, чуть поменьше, 11,5, 13,5 бит на ячейку. Очень красивые такие кристаллы у него, ромбоэдрические формы. Паулингит в честь назван Паулингом. Вот, правда, для меня до сих пор загадка, почему Паулинг, через О пишется, а Паулингит через А. Паулинг. Я не знаю, ну, видимо, с английского переводили и по-русски назвали Паулингит. Хотя, по идее, мы же говорим полинг, а не паулинг. Не знаю. Ну, назван он в честь того самого Лэнс Полинг. Вот, а кто его сместил на третьем месте, это вот такой минерал лимоникит. Это как раз скользкого полуострова. Минерал такой сложный каркас, здесь титано-силикатный. Да, то есть здесь огромные параметры ячейки, там 30 на 30 на 30 примерно. Здесь сразу сложная система иерархическая его построения. Здесь вот такие